Всем привет! Добро пожаловать на канал Roblox Studio Lua и Love 2D для всех. Я пишу трейлер канала и постараюсь кратенько рассказать, как всю информацию найти на моем канале. Дело в том, что 160 видео или даже больше по Roblox Studio меня продолжают спрашивать, как сделать то, а как сделать это. Извините, это все есть уже на канале, все на русском языке, смотрите. Ну давайте, во-первых, подписываемся, колокольчик ставим, конечно же. Ну я думаю, что вы и так подписаны. Окей. Так, что у нас сразу есть полезное на экране? Вот кнопки есть. Наш Discord сервер. Нажали, приглашение, подключайте Discord сервер, вам там много помощи могут оказать. Посмотрите, что же другие делают, аниматоры, создатели плейсов, какие-то 3D-моделеры, которые рисуют, там текстурки красивые. Пытаются там девчонки, мальчишки и постарше. Народ тоже есть. Так, дальше вторая кнопка. Ну, это группа ВКонтакте, можно на нее подписаться. В принципе, у нас сейчас главное движение в Discord-сервере. И третья кнопочка – исходники уроков. Это значит, если я рассказываю какие-то уроки, показываю на своем канале, вы можете все плейсы скачать и загрузить в Roblox Studio и посмотреть, что же там сделано. Это очень правильно и полезно. Ну, мне было бы полезно, если бы я учился. Так, дальше смотрим, что. Видео. Смотрим на главный у нас канал. Здесь я расположил основные плейлисты, которые, наверное, должны привлечь внимание подписчиков. Итак, так, это Uploads. Ага, нужно на Home нажать. Видео неинтересно. Тут все видео подряд расположены. Так, Home. Главный у нас сейчас плейлист на 2020 год. Уроки в школе Roblox 2020. Здесь с первого можно, если вы новичок, ничего не знаете, можно прямо начинать с первого смотреть, два подготовительных, а дальше идут с домашкой уже. Уроки все посложнее. Вот. И этот список будет продолжаться. Если вы хотите изучить язык Lua, если у вас какие-то проблемы и что-то непонятно вот в этих уроках, вот у нас есть изучение языка Lua. Я для младшеклассников объяснял там, ну, с 8 класса, ой, с 8 лет, даже младше можно. Вот. Смотреть эти уроки. Здесь какими-то мемасиками, прикольчиками тоже домашки есть. Кстати, хотел сказать про домашки. Если вы хотите, ну, начинаете с нуля и хотите что-то сделать, то вот в новой серии, видите, я в каждом уроке даю домашку, что нужно делать. А на следующем уроке я ее разбираю в самом начале, ну или в конце. Это очень важно. Так. Итак, здесь просто изучаем язык Lua потихонечку. Функции, переменные, математика и так далее. Все это подходит и к нашему Роблоксу. Единственное, вот здесь я рассказываю, как установить Love 2D и как установить среду для изучения. Вот она, Zero Brand Studio. Это не имеет отношения к Роблоксу, но это просто имеет отношение к созданию игр или просто к изучению. К школьным проектам, например, если вы хотите что-то сделать. Вот. Так, дальше. Вот интересная серия. Здесь сколько у нас видео? Не помню сколько, 70, наверное, видео. Уроки Роблокса прошлогодние, тоже они тянутся до нашего года, тоже с самого простого, сложнее, и дальше пошло. Мы с вами на примерах рассматриваем, вот, и так далее. Тоже можно начать с этого и смотреть мы это сейчас не будем. Так, была такая рубрика, которую я, возможно, буду продолжать, когда у меня хорошее настроение, меня спрашивают, как сделать то-то. Спрашивают такую простую вещь, что вот просто... Я включаю запись и делаю ее за минуту буквально. Так, дальше список плейлистов. Нам здесь неинтересно, мы его посмотрим вот в этой вкладке плейлисты. У вас, кстати, может быть по-русски или на вашем языке родном здесь написано. Но я думаю, вы по порядку поймете, что здесь. Популярные видео, которые все смотрят. Ладно, пусть смотрят. Здесь upload. Это то, что я загрузил видео тоже по порядку. Наверное, на всех каналах такое есть. И все стримы, которые прошли. Так, ну здесь ничего интересного нет. Дальше идем. Видео тоже ничего интересного. Там все... Видео свалено в кучу. Вот здесь, давайте, наверное, посмотрим комьюнити сначала, кратенько. Здесь я какие-то объявления делаю, спрашиваю вопросы. Вот здесь я, например, рассказываю, как можно продвинутым уже пользователям изучить язык Lua. Если вы новичок, если вы делаете какую-то игру Roblox, может, вам это и не нужно. Из моих уроков вы сможете узнать. А здесь я даю ссылку на ресурс, который бесплатно даст вам сколько-то задач. Правда, на английском языке, к сожалению, там. И если вы все эти задачи решите, вы прям гуру, вы прям супер. Ну, тоже не сильно рекомендую, но вдруг.
Ну, понятно, здесь про стримы спрашиваем и так далее. Итак, объявление. Полезная штука. Идем к плейлистам. Теперь смотрим, что делаем в плейлисты. Про этот уроки Roblox 2020 я рассказал. Стримы, понятно, что здесь стримы. Здесь как делать игры на Love 2D. К Roblox не имеет отношения. Но тоже язык Lua. Может быть, что-то вы отсюда подчеркнете. Про это я уже говорил. В Roblox спрашивают, как сделать что-то, и я быстро помогаю. Так, гайды. Что такое гайды? Чем они отличаются от уроков? Обычно гайд — это повторяй за мной. Мне это вообще не нравится. Получается, вы ничему не учитесь. Вы смотрите, что делает на экране какой-то человек, и пытаетесь за ним повторить. Кстати, напоминаю, что все исходники плейсов у меня есть вот по этой кнопочке. Можно нажать и скачать. И также не только по этим кнопкам. В описании каждого видео есть ссылки и на Discord сервер, и на ВКонтакте, и на GitHub, где лежат все эти уроки. Так, дальше. Ну, в общем, гайды. Все равно полезная штука, потому что я не просто все-таки, я не могу делать тупо гайд, что повторяю за мной. Я все равно объясняю, как я делаю то или все. Так, использование C-Frame. Вот дальше уже пошли более такие серьезные вещи, именно по Роблоксу. Здесь список видео, пока 4, где я использую или как-то меняю, где-то что-то рассказываю про C-Frame. Дальше. Уроки программирования Roblox Studio. Здесь 77 видео. Это вот как раз с прошлого года я записывал эти видео. Тоже по возрастающим можно с них начать учить. А можно сразу быстрый старт. И вот если вы новичок, сразу вот с этих видео. Видите, здесь всего 20, а здесь 77. Вы быстрее дойдете до нужных знаний. И эти я буду продолжать записывать. Так, использование служб. По-английски служба — это сервис. Очень много. Player сервис, debris сервис и так далее. Очень полезная штука для всех роблоксистов. Кстати, одно и то же видео может находиться сразу в нескольких плейлистах. Например, если мы использовали, например, службы какие-то и использовали C-Frame, то, пожалуйста, это видео будет и здесь, и здесь. Так, используя Remote Event и Remote Function, это очень важные вещи для того, чтобы защититься от хакеров и от всяких нехороших игроков. Но не только защититься. В новом Roblox, который в 2019 году сделали, без этого просто не сделаете серьезных игр. Обби можно будет сделать без этих штук. Но это не очень интересно. Так, этот урок про лучи. Лучи в основном используются для всяких создания ловушек, для создания оружия. Вообще классная штука. Вот я сейчас этот плейлист буду продолжать. Гайды. Гайды Roblox Studio. Это мы изучаем сам редактор Roblox Studio. Без программирования, без всяких скриптов. Вот с этого тоже можно начать. Я рассказываю, как двери выпиливать, дырки под окна выпиливать в стенах, как склеивать детали, как анимацией, редактор анимаций использовать и так далее. Так, Лушуб 2020 это у нас была школа летняя. Вот по программированию сразу там от, из этой школы языки Lisp. Нам к Roblox это не имеет отношения. C-Sharp, C. Но если вы хотите изучать языки, пожалуйста, здесь полный курс лекций. Очень интересно, и можно тоже с нуля, с начала изучить. Вот очень важный плейлист. Здесь тоже 6 видео. Поиск ошибок и отладка в Roblox. Я рассказываю, как пользоваться отладчиком, дебаггер и много что еще. Как искать свои ошибки, как отлаживать, как выводить отладочную информацию на экран. Это вам очень может пригодиться в будущем. Использование Screen GUI – это как делать всякие кнопочки, менюшки в Roblox на экране. Как их там двигать, как делать, чтобы под разный размер экрана попадало. Это тоже будет потихоньку пополняться. Список. Вот очень важная тема. Меня все время спрашивают, как сделать так, чтобы сохранялись вещи, когда игрок заходит. А как сделать, чтобы в Тайкуне все домики были расположены вот так-то? Как я их в прошлый раз оставил и зашел в игру. Ну, игрок. Не я, а игрок зашел, чтобы все там было. Это использует только DataStore. DataStore – это такая штука для долговременного хранения данных. Количество монеток, каких-то вещей там и всего прочего. Эта серия тоже будет продолжаться. Здесь я серьезные темы, очень сложные затрагиваю. И кое-какие уроки есть очень простые. Так что, если что-то вам непонятно, переходите на следующий урок. Может быть, что-то там поймете. Камера в Roblox. Я примерно говорю, как двигать камерой, как получать ее параметры. Вы знаете, что в Roblox можно смотреть из глаз, можно из-за плеча там, и так далее, со спины. Вот что можно делать с камерой. Тоже эта серия должна продолжаться, конечно. Здесь какие-то азы. Переводы. Здесь я выкладываю переводы статей английских. Мы смотрим какую-то статью на английском, я ее параллельно перевожу на русский, и мы с вами тестируем все кусочки кода, кусочки скриптов, которые нам там показывают. Были какие-то ученики, не ученики, подписчики очень странные, они говорили, а это не ты сам придумал, это вот по-английски есть. Извините, у меня тут сразу написано перевод. Я, конечно же, перевожу с английского. И видите браузер. Не смешно, в общем. Так. Вот очень полезная тема воспроизведения звуков и музыки в Roblox.
Здесь разные аспекты затрагиваются, вплоть от того, как просто звук где-то какой-то детальки подключить. Плюс 4 урока здесь, как сделать музыкальный плеер, чтобы у вас музыка в разных областях, например, плейса звучала разная. Например, зашли в лес, там зазвучала музыка такая тревожная. Зашли на кладбище, зазвучала веселая. Ну, конечно же. Так, анимация в Роблоксе. Любое про анимацию персонажей, как делать анимацию, про редактор, как загружать анимацию и так далее. Здесь тоже должно быть продолжение. Здесь я сложные темы разбирал. Некоторые вопросы возникают у подписчиков простые, может быть, их здесь даже и нет. Вот, шикарная тема про искусственный интеллект. Как же делать так, чтобы враги за вами бегали? Ну и вот я начинаю про pathfinding рассказывать. Это поиск пути, как по маршрутам делать, чтобы монстры ходили по определенным маршрутам, как они могли из точки А в точку Б дойти и так далее. Тоже все подробно рассказываю с нуля, и мы с вами смотрим документацию Roblox, что делать. Так, это просто изучение языка. Ну, там у меня был уже список. Просто изучение Lua. Если вы очень, как бы совсем новичок, то вот можно с этого начать. А здесь тоже серия уроков для новичков. Прикольная. Так, вот, кстати, лаборатория программирования, она включает эти два плейлиста. Сначала идут изучение просто Lua, а потом изучение черепашки. Давайте посмотрим даже... Что за черепашка такая? Это не имеет отношения к нашему Роблоксу, но оказалось, что младшеклассников очень легко учить программированию и вообще всяким штучкам-дрючкам, когда у нас есть исполнитель, черепашка, например. В школе, наверное, на других языках есть и на Питоне, есть и на алгоритмическом языке, на C, на Java, на JavaScript. Да на всем есть эта черепашка. Изначально она была, по-моему, на языке Лога. Вот. А здесь мы на языке Lua. Я сам эти уроки сделал. Тут тоже с домашками. Домашки разбираем. Очень все прикольно. Вначале рассказано, как поставить эту черепашку, как ей пользоваться на Zero Brand Studio. Вот, отлично. Если бы я в школе вел уроки, я бы, вот, наверное, вот эту серию уроков и использовал. Ну что, на этом все. Подписываемся. Ставим лайки.